Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал, на очередной мукбанг. Сегодня у нас с вами десерты из Макдональдса. У нас их 5 штук. Я попытаюсь все это съесть. В каждой из них 2 такие, 2 квадратика, так скажем. И здесь у меня кофе, который я тоже купила из Макдональдса. Подсела просто. Спасибо огромное за идею этого видео. Хочу сказать своей подписчице Алисе. Алисочка, огромное спасибо. Я прочитала то, что ты мне написала. Даже ответила тебе, если ты видела. Вот, и давайте приступим. Не знаю даже, с какого начать. Вот этот я никогда не пробовала, поэтому рисковать не стала. Взяла только один, а вот эти я пробовала. Только не в таком количестве. Очень классно хрустят, привезли мне их быстро, и мне очень удобно, я пользуюсь приложением, где можно сразу оплатить карточкой, поэтому даже если есть другие доставки, я всегда использую только это приложение. С одной стороны творожок, с другой стороны вишневый джем, нет, не вишневый, фруктовый. Горячий. Прям со скоростью света доставили. Я хотела сначала купить у KFC, а потом увидела, что у Макдональдса бесплатная доставка. Смотрела что-то видео в ютубчике, и у меня вышла реклама, что у Макдональдса бесплатная доставка. Я думаю, все, точно берем Макдональдса. Я читаю комментарии, и всегда, когда их читаю, мне прям хочется высказаться. Кое-где оправдаться, возможно. Кое-где вы немножко неправильно меня поняли. Так вот, одна девушка написала под видео, где мукбанг с Лейлой, что вот, для Сабины был какой-то дурацкий стол, бургеры какие-то неаппетитные, а вот с Лейлой, из-за того, что она журналист, из-за того, что она такая вся из себя, для нее роллы. Я бы с удовольствием с каждым гостем бы снимала видео про роллы, но просто частенько я встречаю комментарии по типу того, что сколько можно роллы. Поэтому как бы хотела кое-какое разнообразие. С Сабиной так получилось, что вообще доставка подвела меня конкретно. Вот они привезли. Получается, где-то через 20 минут пришла Сабина, и мне даже не было возможности заказать что-то иное. Иногда так бывает, когда вы пробуете что-то новое. Мысль о том, что я выбираю блюда, исходя из возможностей, так скажем, моей гости, это неправда. Это лучший завтрак в моей жизни. Даже если вы не любите сладкое, вам это понравится. Вчера еще нашла такси. Вы знаете, что меня жутко раздражают таксисты. И бывают разные ситуации неприятные, связанные с таксистами. Однажды таксист меня довез. И получается, у меня с собой было... Ну, то есть налично у нас всегда платят за такси. У меня не было мелочи. Было с собой только 450 рублей. Я в рублях буду говорить, потому что большинство моих зрителей это все-таки Россия. Десять манат, то есть азербайджанских. Мне нужно было заплатить за такси
4,20, но это где-то 180 рублей. Если я 180 рублей должна заплатить, мне, наверное, должна отдать сдачу в размере 250, ну где-то, да, ориентировочно. Мне таксист сказал, я что, банк, что ли, разменивать тебе деньги? У меня нету, я только вышел на работу. Иди вот в магазин, супермаркет, иди купи что-то и разменяешь. В общем, очень неприятная ситуация была. Каждый раз что-то происходит. Однажды я пошла к косметологу. У меня с собой было налички 2000, а у нас 2000 это одна купюра, да, то есть 50 манат. И получается, я выхожу от косметолога, и мне пришлось купить кисти, которые мне совершенно не нужны, лишь бы мелочь, чтобы дать таксисту. Тут я наткнулась на приложение такси. Ну, как в России, вы знаете, application, вы его загружаете, у вас вычитываются деньги сразу с карточки. Это безумно удобно. Завтра как раз мне нужно кое-куда съездить, буду использовать это приложение. А то я замучилась. У наших таксистов ни у кого никогда не бывает сдачи. Они хотят, чтобы им дали больше денег, поэтому и говорят так. Я согласна переплатить там на 50 рублей, на 100 рублей, на 100 еще ладно. Выходит, у тебя очень крупная купюра, потом еще ходить это разменивать, подниматься в супермаркет и думать, что же купить, что тебе не надо, лишь бы у тебя была мелочь. Вот эта доставка тоже очень удобная, автоматически вычисляется, где ты расположен по геолокации. И тебе привозят в точку, где ты находишься, даже если ты точного адреса, например, не знаешь. Мне кажется, что в KFC и в Макдональдсе вот этот десерт, он идентичный. Но дешевле в Макдональдсе. Идите туда. Один в один состав. Грамм столько же. Просто здесь как бы две такие штучки, а там одна длинная. Сегодня отвечу на один вопрос. Я обожаю долго рассуждать. Столько тем, которые я хочу обсудить с вами. Надо их все записывать в тетрадку. Вопрос задает 3284. Такой ник. Айка, привет, обожаю твои мукбанки, очень нравится твой стол и качество видео. Спасибо большое, очень приятно. Часто смотрю твои видео, и меня смущает один момент. У меня такое ощущение, что ты держишься за своего парня и боишься остаться одна. Будем говорить на чистоту, не хочу лукавить. Вот, если честно, есть у меня такой страх, я реально боюсь остаться одна. Очень боюсь. У нас в деревне... Есть папина одноклассница. Возможно, я не права. Я знаю, начнется куча комментариев, что я не права. Но я просто такой человек, у меня внутри есть этот страх на самом деле. У нас в деревне у папы есть одноклассница. И она как бы была обручена. Ну, у нас сначала обручение, потом свадьба и все дела. И так получилось, что у нас в Азербайджане... До этого еще одна была Карабахская война, первая. То, что недавно мы выиграли, это вторая. И, в общем, в этой войне, когда его забрали, он убежал. Потом его нашли и посадили за это. Ну, как бы, изменил родине или что-то такое. В общем, непонятно было, сколько лет ему дадут. И, в общем, папина одноклассница подумала, может, ему 10 лет дадут, а может, 15. Непонятное дело. И что, я столько буду его ждать?
Лучше я выйду замуж, у меня уже будут дети, непонятно, когда он вернется. В общем, она с ним рассталась и начала искать себе по душе человека другого. Прошло, по-моему, 3 года. Может, чуть больше. Всех этих людей выпустили. Не знаю, вроде как даже им не дали срок. Власть сменилась или что произошло. В общем, в те времена, конечно же, меня не было. Это было очень давно. Лет 30 назад. В общем, так получилось, что его отпустили. Она до сих пор не замужем. Через 3 года, по-моему. Он нашел себе девушку. Через где-то 5 лет женился. Построил дом. Купил машину. Устроился на работу. Она до сих пор одна. Ей столько же, сколько моему отцу. 55 лет. И она до сих пор не вышла замуж, и у нее никак не устроена личная жизнь. Она до сих пор одна. Живет у своего брата. И прикол заключается в том, что твой бывший живет с тобой в одной деревне. И вы почти соседи, и ты постоянно видишь, какой он счастливый. Это на тебя морально очень сильно давит. Тяжело. Я к чему это рассказываю? Это живой пример, который я вижу своими глазами. То есть этот молодой человек уже собирается играть свадьбу для своего сына. Сейчас просто карантин и все дела вроде как не разрешают. Но там невеста уже есть. Получается, у него скоро внуки пойдут, а она до сих пор одна. А все почему? Потому что она поспешила, думала, что найдет еще лучше. Еще я очень сильно боюсь в своей жизни остаться беспомощной. Не дай бог. Вот, например, мне 70 лет, лучше я сразу умру, чем я буду в постели. Я не говорю, что мои дети, мои внуки будут такие вот плохие люди, что не подадут мне кусочек, не знаю, бургера. И стакан воды. Но все равно не хочется быть ни для кого обузы. Мне лично хочется просто, вот, например, сердце прихватило и все, умереть. Не мучаюсь. Опять же, случай из деревни. Я, правда, этого мужчину не видела. У нас был дедушка, бабушка рассказывала. Он 7 лет был в постельном режиме, не мог встать. Представляете, 7 лет. Человек и не умирал, и не выздоравливал. Вот из-за этого я боюсь. Еще боюсь, что дети будут неблагодарны, не знаю, будут драться из-за имущества. Всегда, когда смотрю такие передачи, где рассказывают такие ситуации. О, смотрите какой. Это вот точно-точно такой же, как в KFC. Просто в Макдональдсе дешевле. Причем дешевле значительно. Где-то 30% разница там. То есть не то, что копейки, а прям большая разница. Поэтому если что, учтите. Я плохого не посоветую. М-м-м.
Такой джем внутри. Это лучший десерт, который я когда-либо пробовала в своей жизни. Если вы не очень любите сладкое, но при этом любите фастфуд, наггетсы, все дела, поверьте мне, вам это понравится. В общем, на мой взгляд, всегда нам кажется, что то, что у нас есть, это какое-то косое, кривое. Даже у нас на лезгинском языке есть поговорка. То есть палка, которая у тебя в руках, всегда кажется кривой, а та, что лежит на полу, она кажется более ровной. Но когда ты ее берешь в руки, ты понимаешь, что она еще кривее. Читаю комментарии, там некоторые девочки пишут, вот, Эка, такое ощущение, что тебе 35, вот, ты так соображаешь. Очень вкусно. Каждый выбирает сам свою жизнь, свой путь. Я просто стараюсь смотреть на людей вокруг и делать какие-то выводы. Я очень сложно привыкаю к людям. Поэтому как-то немного сложно. Такая погода хорошая на улице. Мне во сне приснилось сегодня, что я типа в деревне, и в деревне продают лобстера. Причем огромного, просто огромного размером с меня. И очень дешево. Я такая не врубаюсь, это действительно лобстер. В общем, очень интересный сон был. Уже сегодня запахло весной. Едешь в деревню, сжигаешь вот эти вот листочки. Уже 2 года я не была в деревне, представляете? А все из-за этого карантина. Быстрее бы всем эту вакцину бы сделали. Я лично хочу пойти сделать, но я нахожусь в такой изоляции от всех. Все равно охота потом болеть, только денег тратить. У нас знакомый вот заболел, 60 тысяч потратил на лечение. Больше 1000 манат это получается, очень много, очень дорого. В общем, я поела все, не сказала бы, что это много, можно было даже взять чуток побольше, но видео бы получилось очень длинным, поэтому и так нормально. Всех люблю, целую, с вами была Эка Эмили, обязательно подписывайтесь на мой канал, мне будет безумно приятно. Люблю.